Так как у нас граница открыта только в Люксембург и в Голландию, но в Голландии нет гор, а в Люксембурге есть, я решил поехать в Люксембург на 2 дня, у меня свободный. Сейчас Люксембург. Смотрю, где буду сейчас оставаться. Здесь карту буду сейчас писать, что куда. На 2 дня, завтра выезжаю и буду там ночевать, потом приеду на следующий день только домой. Я думаю, я, наверное, заеду так в Шенген. И потом в сам Люксембург я там был на машине, но очень давно. Помню, что очень красивый город. И потом поеду сюда, в Швейцарию, в Люксембургскую Швейцарию, как у нас это говорят. Да, потом здесь будут всякие там замки, и потом сюда в горы я поеду. Будет интересно, наверное. Так что да, если дали одну хотя бы страну поехать, то мы поедем туда. Все, я проснулся. Теперь собираюсь. Сейчас 7 часов утра. Мы поедем в Люксембург. Сейчас только приделаю сумки. Все. Топки, если я не беру с собой, я его отдел. Все, купил такую маленькую сумочку. Вот эту. Сейчас посмотрим, как она себя поведет. Путешествие. Ну, путешествие не длинное, только на 1000 километров, может чуть-чуть больше. Мне сейчас до Шенгена, города, этой деревни, 350 где-то километров. И потом там еще в Люксембурге, наверное, 300, может, все вместе на 2 дня. Я собрался. Вот такая сумка. Только сделал видео про допы, но я не показал, потому что только что я купил. Ну, посмотрим. Да, все, поехали в Люксембург. Я сбросил километры. Посмотрим, сколько будет. Заправился вчера еще вечером. До Люксембурга, до Шенгена, прям города нам 350 километров. А там, оттуда я поеду, там музей, Европа музей, я, может, зайду. Оттуда я поеду в сам Люксембург город, а потом уже там в горы. И завтра тоже буду по горам там кататься, на севере. Я был уже в Люксембурге один раз, но это уже было очень давно, лет 10 назад. И поэтому я хочу посмотреть страну, так как сейчас открыта только граница на Люксембург. Мы поедем в Люксембург. В Голландию тоже открыто, но в Голландии нет гор, к сожалению. Так что мы поедем в Люксембург, там горы. Ну или холмы, что-то такое. Окей, сейчас автобан 350 километров, и мы, наверное, уже где-то увидимся под Шенгеном. Смотрите, Эйфелева башня. Вот здесь Франция сейчас должна начинаться, вот мы границу проезжаем. Посмотрим, открыто. А, здесь контролируют. Да, в Франции здесь стоят, закрыта граница. Нельзя мне сюда, только можно в Люксембург. Сейчас меня назад отправят. Ich fahre schon zurück. I'm not allowed to go in, no? Okay, yeah, fine. just Luxembourg, no? Yeah. Yeah, okay. I just wanted to check, sorry. Thank you. Bye. Bye. Нельзя здесь. Здесь закрыто. You're not allowed, he said, no. France is closed. So only Luxembourg and Netherlands are open now. And that's it. Yeah. Только Люксембург открытый и Голландия. Все остальное закрыто. Здесь контролируют, только пускают людей, которые там работают. Что-то такое. Да, Люксембург открытый. Не зря я ехал сюда. 400 километров почти. Пойдем смотреть, где расписывались они. Делали Шенген. Подпись, когда открыли все границы. Это вот там было. Европейский Союз, мне это очень нравится. Я хочу это посетить здесь. Посмотреть. О, здесь уже флаги. Где они расписались и убрали все границы и все визы и все подряд. Здесь флаги. Кто-то смотрит с испанским флагом. Все европейские страны, наверное, которые тогда подписывали это. Ну, прикольный аппарат. Look at this. Can-Am. Yeah. So here on the boat they signed it, I believe. Да, здесь они, вот здесь была лодка, и они расписывали здесь. Пойдем смотреть.
Да, и так как мне очень нравится Европа и Европейский Союз, я решил сюда заехать и посмотреть, почитать. Сейчас я вам расскажу, что там стоит. Здесь все страны, замочки вешают. Норвегия, Литва, Польша. Да, раньше надо было даже визу, чтобы попасть, например, в Португалию из Германии в 50-х годах. Надо было брать визу, а сейчас просто взял и поехал, как я вот. Сейчас почти в три страны заехал, если Франция была бы открыта. За 5 минут можно в 3 страны заехать, без всяких контролей. Да, вот эта река, а через реку там Германия, где лодка идет, вот баржа. Через этот мост я переехал сюда, здесь открыто. Там дальше, вон где горы, это Франция уже. Да, и на этой речке они это подписали, этот договор Шенген. Все знают Шенген, такой маленький городочек, но весь мир его знает, этот Шенген. Да, там стоят от берлинской стены кусочки, хотел еще посмотреть. Подписывание. Это, кажется, оригинально. Да, 85-го. Вот так они его подписывали. Здесь цоль стоит, уж перечеркнут. Здесь у нас стена. Кусочек берлинской стены. This is a piece of Berlin Wall originally located at the Potsdamer Platz, Berlin Mitte. It was donated to the city of Berlin by Sony Berlin Gaming. Mm-hmm. Вот, короче, стоял этот кусок в Берлине на Потсдамер Платц в середине Берлина. И сюда они ее, ну, как донейтовали, да? Да как это? Подарили. Смотрим, какая это стена была. Разрисована. Ой, Горбачев тут у нас. Горбачев. Some graffiti here. The Hero of Peace. Стоит то, что герой мира Михаил Горбачев. На 25-е anniversary они это сделали. Наверное, потому что я не думаю, что в Берлине так было. Ну да. Горбачев. Он же получил тоже Нобелевскую премию за это, кажется. Если я не ошибаюсь. Да, посмотреть интересно, и можно дальше ехать. Лички еще раз все. Минус 7. В 2007 последние, кажется, страны еще добавились. Окей, все, поехали. В музей не пойду, я еще раз прочитал про него. Не стоит, потому что это все уже, в принципе... В школе учил, там информация, как, ну, началась Европа, и да. Все, я задал первое место в Люксембурге, в городе, ну, в capital, как он называется, главный город. Европа не хотят ничего, все взял, посмотрел, закрыл все. Вроде да. Поехали. Поехали внутрь страны. 25 центов дешевле здесь. 1 евро ровно стоит. Бензин. Да, это стоит сюда ехать, заправляться, если здесь живешь в Германии рядом. Вот такой вот вам Шенген. Больше деревня просто. С примерно 1050 заправками. Все стоит. Тоже один стоит. А, да, здесь все одинаковые цены. Я читал это где-то. Все заправки должны быть одинаковые цены. Это закон. Да, 500 тысяч где-то здесь живет, и половина, ну, не отсюда, да, они просто приезжие. Две хорошие дороги начинаются.
Люксембург она самая богатая страна в Евросоюзе, ну, Евросоюз брать, а не Швейцарию. И да, посмотрим, какие у них дороги. Я помню, там под мостом едет дорожка на велосипеде съедет. Вау, это красиво. Очень красиво выглядит. Да, будет видно, что-то на камере нет. Наверное, мы слезем. Очень красиво. Просто красотища. Там мостик маленький. Туда, наверное, хочу сфоткаться. There's a small bridge. I think I go there for a picture. I think it looks really awesome from there. Yeah, let's do this. Да, сейчас мы здесь, в Люксембург-Сити. Отсюда мы заехали с Шенгена. Сейчас мы поедем сюда, до Зауэр будем ехать, это река. Там красиво, прям на границе. И потом здесь будет замок, а здесь я буду спать. А вот этот верх, наверное, на завтра или сегодня вечером, где-нибудь тут в горах покатаюсь, потому что здесь горы. Поехали, к речке. Wow. I'm chilling. It's very tight. Wow.
Сколько здесь, я тебе скажу. Ого. Туда тоже можно. Но здесь выглядит прикольнее. Куда показать? Я почти не пролазю здесь. Так, надо идти. Как ты был like this? Wow. It looks awesome. Футболочки и штанишка, было бы, конечно, лучше здесь гулять. Ну ладно. Would be easier to walk around here in a t-shirt. Look at this. Wow. Oh. I don't know if I fit. But I try. Не знаю, пролезу или нет. Я попробую. Здесь я не пролезу. Будет тяжело. Not fitting there. Well, it's gonna be so hard. I go back. I'm too fat. Сильно пухлый. Приятного аппетита. Сегодня мы кушаем, как всегда, туну, безалкогольное пиво, хануту, и эту биф я еще не знаю, буду я ее есть или нет. Но у меня еще есть доза туны тут, и кола немножко, так что место хорошее, тихо и спокойно, можно кушать. Там стоит мой байк вдалеке, его, наверное, не видно. Все, приятного аппетита. Это здесь должен быть этот замок. Oh yeah, okay, that's it, really easy to miss, легко его пропустить, не видно, не видно, как так. Where's that bike? No, no, my bike's over there. Wow, I was thinking you. Thank you. Okay. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Sprechen Sie Deutsch, oder? No. No. Yeah? No. No? English? Little. Yeah, I booked a room yesterday. You need a passport, no? Вот
Так вот моя комната выглядит. Ничего особого, конечно, одна кровать. Две кровати вообще, но получил эту комнату, как я и сказал. Из-за карантина вообще спал в дормитории за 20 евро, это нормально. Да, завтрак, в принципе, даже неплохой. Есть сыр, колбаска, фрукт, йогурт какой-то. Хлеба больше, чем нужно. И главное, кофе сколько хочешь. Можешь набирать себе. Сейчас я хорошенько кофе попью. И я здесь, конечно же, один. Никого нет. Никто не путешествует в корона временах. Все, приятного аппетита. Все, мы готовы. Поедем сейчас по горам катать здесь, по-люксембургски. Цепь я смазал. 430 километров плюс 300. 730 мы вчера проехали. Посмотрим, сколько будет сегодня. Last look at the gold one. One day. Окей. Well. Should we go down and take a picture or not? Let me check. Пойти вниз сделать фотку или нет? Или посмотрим вообще водичку. Красота. 2-3 метра можно вниз смотреть. Что очень важно, если хотите так сфоткаться, это проверить, нет там лимоха на таких штуках. Потому что это может быть закончится очень плохо. Сейчас здесь очень скользко. Думаешь, а, заехать быстро, и потом щуп, и слетел.
спустимся к водичке, посмотрим. Поедем к водичке, да? Так. Такое классное кемпинговое место. Можно костер сделать. Красота. А, как классно. Надо сфотографировать это место. Надо сохранить это место, чтобы приехать сюда и кемпингом сделать. Какое классное место. Блин, здесь можно огонь делать. Хочется посмотреть чуть-чуть, может здесь проехать и можно было. Не, ну поехать мы здесь не поедем. Очень скользко. Ну, очень прикольно, я скажу. Очень даже прикольно. Вау. Вау. Какое классное место. Здесь тоже заезд есть. Как хорошо с гору Текси. Ноги вообще не мокнут. Уже целый день по воде где-то лазил. Даже можно заехать, здесь можно палатку поставить. Поставил палатку и отдыхаю здесь. Класс, я его сейчас сохраню. Сейчас вы будете меня видеть, как идиот падает. Потому что камни такие. Но как Саша и думал, не хочешь приключения? Сделай себе сам. Нет, приключения сделал. Drop the bike, of course. Because the stones are so slippery. Ну что, я уронил, конечно, мотоцикл. Потому что очень мокрые камни. Вот они. Slippery. I'm slipping with my shoes. But I think it was not too bad. The air filter is up here. Воздушный же здесь фильтр. Он не получил гидроудар. It's covered with this. See? Невозможно с ним проехать, потому что все в мохе. Он сразу скользит с этими колесами. С нормальными колесами можно было проехать. Ну а так даже ходить не могу. Потому что скользко. It's so slippery even to walk. It's okay, but yeah. You can't. Not with these tires. No, I've tested the TKC. Because they're all almost done, so there's no grip. Они уже почти стерты, нет у них
гриппа. Вот весь мох. Ну ладно, не проехали, так протащили. Even so we didn't ride through the river, we at least pushed the bike through it. Okay, let's go right now. Поехали дальше кататься. Жарко. This storm is no problem here. But... Да, вроде только эта штука повернулась. Мне надо назад отвернуть. Хорошо, защитило стекло, зеркало. И здесь где-то. Но все работает, все нормально. Воду я не словил. Вроде все целое. Looks good to me. Радиатор целый. Все. Все окей, поехали дальше. И место запомнить надо. Но было прикольно все равно. Хоть какой-то маленький адвенчер. Как адвенчер, да? Не надо далеко ехать. Если хочешь залезть куда-нибудь, у тебя будет адвенчер. Да, куда мы приедем еще. Чуть еще возьмем с собой. Будем делать мангал. Как по-турецки говорят на пикник. Мангал, мангал. Да. Очень интересно было, люблю я такое. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Блин, колеса уже все съездили. Не цепляются. Хоть чуть-чуть немножко было интересного. Такого интересного. Так, так было интересно. Посмотрите, как красиво. Вау. Здесь надо еще раз сфоткаться, наверное. Очень красиво. Прям замок-замок. Да, заходить я не буду в него, потому что, ну, 1000 уже было этих замков всех у меня. И я думаю все равно, что он лучше выглядит вот так, с этой стороны. Просто посмотреть, посидеть немножко, здесь может покушать туну. И потом ехать дальше, потому что, мне кажется, такая красота там внутри, ты ее так не видишь, это просто дом. Два дня хватает, в принципе, для Люксембурга, потому что она малюсенькая страна. Больше и не надо. Но очень классная, очень что-то она недооцененная мотоциклистами. Никогда не читал, что, о, вот, надо в Люксембург на мотоцикле. А надо. Очень здорово здесь. Особенно дороги здесь шикарные просто. Еще не встречал, что прям везде такие. Да, столько здесь хорошего всего, такая маленькая страна, столько всего хорошего. Приезжайте и путешествуйте по Люксембургу лучше, чем где-нибудь там, например, в Германии, в каком-то одном месте, там, не знаю, где-нибудь в Мюнхен поехать, лучше сюда поехать. Потому что здесь красивее. И для мотоциклистов здесь очень дешево, бензин дешевый, самый дешевый, может быть, даже в Европе, надо посчитать, ну, в Западной Европе. И, да, стоит. Очень даже стоит сюда поехать. Сейчас мне надо зайти заправку найти. И... какая красоточка. Поехали за ней. Неплохо. Как туда вообще люди залазят? Она выглядит как будто она полметра высотой. Looks like a half meter high this car. How did it fit in there? Is he gonna blink or is he not gonna blink? Yeah. Motorcycles are still nice. Мотоцикл все равно круче. Здесь паркуемся сейчас и поедем дальше домой. Так,
хорошо, что везде тоже одинаково стоит, не надо искать. О, на этой дешевле, но шель дорогая или все что. У нас всегда шель самая дорогая. А тут везде одинаково должно быть. Сумка это тоже, кстати, ничего. Очень даже мне нравится. Сейчас я домой доеду, потом сделаю резюме. Про плюс, она дешевый. То, что можно поднимать, опускать. Очень удобно. Хорошая перевязка, не верится. Я рад, что могут путешествовать. Сейчас все границы закрыты. Увидимся на автобане и потом уже где-нибудь уже дома, наверное, автобан снимать неинтересно. Все, в Германии сейчас доезжаем. Германия! Germany! Все. Я приехал. Проехал я 989, 990, плюс 300 надо добавить, потому что я уже сбросил. Хорошо, тишина. Значит, 1300 я проехал за эти два дня. Как раз хорошо, мне кажется, ни много, ни мало. И все, Люксембург мне очень нравится. Я советую всем, кто хочет. На 2-3 дня, 2 дня хватает даже, в принципе. Если хочется ходить по всем замкам, то может быть подольше. Да, всем, короче, советую Люксембург. Езжайте, путешествуйте, он уже открытый. Вы можете уже там путешествовать. Что еще хотел? А, сумка, да, сумка очень нормальная даже. Не буду ее отдавать, я заморал, но все равно в речке покупал ее чуть-чуть. Так что мы ее оставим. Так быстро закупиться или что-то. Или так на 2-3 дня. Самое хорошо. Все тогда, ребята. Мы, наверное, в следующий раз увидимся где-нибудь в Альпах. Или в Шварцвальде. Или какой-нибудь обзор, может быть, еще будет. Если мотоцикл мне дадут. И да, увидимся.